виделись. Ой, мне на самом деле есть что сказать. Да, я уже сегодня вспоминала. Мы с тобой знакомы с... Мне было 14? 13. А тебе сколько было? 17. Мы начали делать группу тату, кстати... Какими вообще тату, юными? Да, группу тату делал не один я, мы делали ее вместе с Юлей, с Леной. Да, у нас была большая команда. Я не верю, мне 30 сегодня, но... Мне будет 27, кстати. Я вообще не верю в это. Я тебя знаю еще, когда ты была маленькой, 13-летняя. И ты тоже был небольшой. Я тоже был небольшой. На самом деле, Серега, ты молодец. Действительно, этот человек для нас сделал наши вообще хиты. Я сошла с ума, нас не догонят все песни, собственно, с которыми мы появились. Я тебе желаю вообще, вот знаешь, побольше сил, терпения, вот уверенности в себе, потому что действительно ты талантливый человек, и тебе есть что еще показать. Здесь и вообще всему миру. Поэтому иди всегда вперед, не слушай никого. У тебя должно быть четко свое мнение на все. Спасибо большое. Творческих тебе успехов. И тебе тоже. Вспоминать слова. Только скажи дальше на свое, только огни аэродрома. Мы убежим, нас не догонят дальше одних. Дальше от дома ночь проводит. Спрячь наши тени за облака. За облаками нас не найдут. Нас не догонят, им не достать. Лена Кипер, которая тоже участвовала в процессе в создании этих хитов, вместе с Сережей. Неожиданный сюрприз, но прикольно. Вообще, когда это экспромт, это круто. Я никогда не подумала бы, что это возможно. У нас сегодня концерт? Да. Только Лена могла придумать. Полчаса без тебя, полчаса, полчаса у меня, полчаса.
полчаса. Каждый сам, полчаса. По своим адресам полчаса, полчаса. Неожиданно сюрприз приятный. С днем рождения, Сережа! С днем рождения! Молодец! Тебе интрига скандалов. Indarnbeat.ru.